Вот мы находимся за Потеряевкой. Тут растет медунка. Матушка ее называет. А как она? Это в простонародье, да, медунка? А синюха голубая, что такое? Синюха голубая, вот эти большие. Вот у Алексея Загуляева. То есть это не синюха, что ли? Нет. Нет? Нет, это медуница. Медуница. А синюха, если большие. Загуляева. На саде растет. Прямо во дворе около. Вот они какие красавицы. Такой запах у них приятный. Да. Вот она. А чем она полезна-то? Вот. Все болезни от легких. От легких? Вот так вот она выглядит. Корешки оставляются, она еще где-то отрастет. Вот целая поляна ее. Сколько ее? Когда я вот так еще буду стоять, то еще могут меня. А когда она сильно наклоняет, то я тоже не так. Так вот. Я это, цветочки. Вот сегодня все цветочки фотографируют. Сколько их там? Ну да, да. Вот я и смотрю. Такая поляна здесь. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.